Алло, чуваки, меня слышно? Да. Да, тебя слышно. Да, я знаю, можно было не отвечать. Ну а нахуя ты спрашиваешь? А что, нельзя? Нахуй лишний пиздёж ты, блядь, твой. Ну а что, нельзя? Хорошо, блядь, мне похуй. Пацаны, лицо болит. Да иди ты нахуй, Андрей. Я не Андрей. Давай будем любовниками. Я буду активом, а ты пассивом. Либо я актив, либо на развод. А, то есть быть на травм это уже не модно, да? Это уже не модно, да? А что модно тогда? Нихуя. А что тогда модно? Модно любить мужчин. Ха! Гаи! Ну чё, в GTA 5 уже играли вы, да? Ага. Ну и как тебе? А я вот только сегодня прошёл. За коробом слон, за коробом слон, за коробом слон. Прости, а, что? Ты... Когда мапу на даст поменяют? А чё, не даст? Это нюку вообще-то. Смотри, даже текстурки такие, как на нюке. Может, да, на офис похож? Так это офис? Ты заебал, хуйню. Вот это сейчас, между прочим, обидно было. Ну вот, сразу видно, нормальный даст. Конфету будешь? Не будешь. А ему плохо тут, по-моему. Так помоги, что ты как бездушная скотина мимо проходит. Пацаны, я вот думаю тут купить мозг, говорят, классная вещь. Стоит, не? Но она дорогая. Так я не понял, мозг я смогу купить или нет? Нет, ты мозга твои. Мне твои нужны. Воды принесите, пожалуйста. Можно воды? Молчи, крип. Но я воды хочу. Воды? Воды! Ты чё, крип, ёбаный? Я хуй поймёшь, крип. Я хочу воды. По-моему, ты хочешь пизды получить. Но после того, как получу немножко воды. Что? Ты вот это не колдуй здесь, не надо. Ну все, началось. У меня уже духи какие-то летают по комнате. Давай, отзывай назад. Ёбаный, будь краном. Чего нигде в говне запертый? А, какая шутка! Лёха, я когда твой голос слышу, у меня лицо начинает болеть. Лёха, ты знаешь, что у тебя таланты, ты заставляешь людей чувствовать боль. О, Лёха, как дела? Нормально, я тебя не знаю, я тебя не буду отвечать, да, иди нахуй. Хочет. Женщина, у тебя вагина есть? Слушай, нахрена тебе вторая, а? Я дарю тебя как люблю. А можно так? Ну вообще как да. А ну можно. Точно можно? Я читал, нельзя. Ого, пацаны, а чё это за мапа? АИ мапа. Тут с читами надо? Нет. А чё тут делать надо? Стрелять и всё. А почему АИМ? Я как бы на стиме, у меня нет читов. Я ты чё, дебил, что ли, вообще? У меня не наводится на голову, я сам целюсь. Боже, что за дебил? Ну почему? Если у меня нет читов, я дебил? У тебя нет мозгов, по-моему. Нет, у меня только читов нет. Боже, не отвечайте ему, он дебил, блядь. Сейчас вот обидно было. Я напишу в Steam Support, что вы тут с читами играете. Психиатрическую больницу напишу. Пиши лучше, что ты дебил. А там помогут? В любом случае, не знаю. Нету читов, не мужик? Да. Чуваки, давайте в слова поиграем. Давай. Я начинаю. Хуй. Йогурт. Это тяжело. Так, подожди, стой. Я думаю, подожди. О, Толик. Козел. Я козел? Вот сейчас, между прочим, обидно было. Так, мне на L. Так, сейчас. Левша. Анаболик. Тебе, я гляжу, нравится меня унижать, да? Почему все в твою сторону ты так воспринимаешь? Если тебе так нравится, воспринимай в свою сторону. Мы же играем в слова, а не в унижение. Так, на К, подожди, сейчас. КамАЗ, во, КамАЗ. Зануда. Слышишь, не, ну я сейчас выйду вообще! А можно я объявление сделаю? Договорил уже. Я сегодня покушал, очень вкусно. Все? Просто хотел поделиться. Да зарежьте вы его. Я себя сейчас чувствую, как в центре Москвы. Алкоголь, во! На L. Во, молодец. Лошара. Ты чё? Пишите в ОТ-бан. Он меня вообще не ценит. Проще самому сказать об этом, что любовь была перестрелкой душ. Мне стало скучно, я тебе не Бум. Верю. Ну и ещё разок. Бум. А длиннее немножко. Бум. Вот заебись. Скучно, я тебе не верю. Ты сон вчерашний, который мне пророчил слезы, я тебе не верю. Ты снег зимы прошедшие, давно растаял, я тебе не верю. Алло, да, меня слышно? Вот, все нормально.
Так, что я хотел сказать? Я хотел сказать, чтобы вы посетили замечательный канал Стива. Вот. Он снимает таймлапсы и что еще? И монтажи. Вот, да, точно. Он тоже делает монтажи. Он сделал монтаж по Гаррис моду. Такой же, с текстиками, с музычкой. Ну, вообще, прям классно. Так что я вам советую зайти и подписаться на него. Ну, я плохого, наверное, не посоветовал. Хотя, кто знает. Нет, точно бы не посоветовал. Так что, вот. And it's what my cutie Mark is telling me.